Дорогие друзья, здравствуйте! От всего сердца, от всей души, мои хорошие, хочу сказать вам спасибо. Я благодарю вас за добрые слова, за теплые пожелания, за то, что вы с нами. Ребята, лохматая душа – это все мы. Все мы. Вы пишете мне «Спасибо, Валентина Анатольевна». А я, друзья, хочу сказать спасибо вам, мои хорошие. Спасибо за то, что вы здесь, рядом, поддерживаете, помогаете, успокаиваете. Ребята, без вас не было бы нас. Пожалуйста, я просто хочу сказать, будьте с нами всегда, потому что лохматая душа – это все мы. Спасибо огромное за поздравления. Я очень счастлива и просто безумно благодарна вам. Спасибо, мои хорошие. Дай вам Бог всего хорошего. Спасибо, солнышки мои, от всего сердца, от всей души. Спасибо. Друзья, в приюте уже 700 вольеров и только чуть более 100 покрыты крышами. Каждый год мы натягиваем сетку, защищая собак от перегрева, от солнца. Но нам необходимо решать вопрос с крышами, чтобы защитить их от снега, от дождя, от сырости. Друзья, как бы трудно ни было, мы из ничего пытаемся сделать что-то. Собираем где-то огрызки. Кто-то подарил куб доски. Ребят, и именно тогда мы успели сделать вот еще. Видите, из ничего, из кусков, из ржавых, старых. Но, по крайней мере, у животных защита какая от дождя. У тех нет. Друзья, нам нужна помощь, чтобы закончить вольеры. Чтобы закрыть крышами все вольеры. Ребята, пожалуйста. Тогда мы защитим один раз животных. И от дождя, и от снега. И я вас очень прошу, и от жары, от солнца. Я всех, друзья, прошу, пожалуйста, помогите нам. Помогите нам каждые два вольера вот так сделать под крышу. Ребята, нам полностью все это надо будет сделать. Обычный рабочий беспорядок, ребята. Но нам очень нужна помощь, чтобы мы могли сделать до конца. Ребята, вот так вот, если сделаем до конца, это же будет замечательно. Вы представляете, насколько хорошо мы защитим животных? Я прошу вас, мои хорошие. Сейчас, конечно, беспорядок еще, но мы все сделаем, уберем. Ребята, пожалуйста, нам очень нужна ваша поддержка. Прошу вас, хочется сделать настоящий хороший приют. Дорогие друзья, от всей души поблагодарила вас всех за поздравления, за теплые пожелания, за то, что вы дружите с нами годами. Мои хорошие, вы знаете, я никогда не вру. И я говорю вам, мои хорошие, у нас корма осталась на 2 дня. Ребят, праздник, он тогда праздник, понимаете, и радость, когда за спиной нет голодных собак. Я очень рада, что мы могу накормить их сегодня. Вот сутки прошли, я уже говорю, слава Богу, день прошел. Но, ребята, впереди 2 дня, а потом опять вот эта нервотрепка. Мои хорошие, мы сейчас живем, каждые 2 дня живем. То есть удалось денег собрать, купили корма на 2 дня, удалось, опять купили на 2 дня. В промежутках, ребята, можем иногда купить 2-3 доски. Но я вас очень прошу, ребята, самое страшное для приюта – это голод. У нас корма осталась на 2 дня. Я прошу вас, отзовитесь, пожалуйста. Мы не выживем без нас, вас. Ребята, никак не выживем. Вы посмотрите, как здорово все. Ведь мы столько лет с вами вместе, столько сделали. Пожалуйста, ребята, не бросайте нас. Нам нужен корм. Пожалуйста, нам очень нужен корм. Осталось на 2 дня. Буду искренне благодарна за любую, даже за маленькую помощь. Пожалуйста, мои хорошие, люблю вас. Благодарю вас. Спасибо. Thank you.